Мы идем. Вот они, лузеры. Она крутая. На радио живет цыпленок. И цыпленок пил, 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 и цыпленок пил. На радио живет курица. На радио живет. Аминя, собственно, решила не слезать с рук. Мы уже так полчаса сидим. Тёма. Для тех, кто не в курсе, я живу с Милей, но сейчас снимаю квартиру для учебы, чтобы ко мне приходили репетиторы и так далее, чтобы я могла спокойно заниматься. А дома я не могу заниматься этим, потому что, во-первых, тут мало места, и у меня все время какой-нибудь ор вместе с музыкой. Поэтому снимаю квартиру, а сейчас прихожу домой, потому что я заболела и не хожу.